Я всех вас благодарю, что вы нашли время и пришли на очередное наше заседание. Это у нас второе заседание по организации нашего агрокластера. Елена Сергеевна, к сожалению, у нас находится в Москве в командировке, и поэтому буду проводить совещание я, проректор по науке Курбанов Рустам Файзулхакович. Уважаемые коллеги, сегодня будем говорить микрофон вот где-то на таком расстоянии, чтобы кто у нас онлайн подключено, чтобы нас слышали, потому что в прошлый раз были жалобы, что очень плохая была связь. Сейчас я слово предоставлю Ирине Ваднюгине, вы тоже бизнес. Есть коррективы в нашу программу, так как Ларисе Юрьевне необходимо нас покинуть будет, и она уйдет на видеоконференц-связь, то давайте Ларисе Юрьевне слово предоставим, у нее полчаса. Еще раз всем доброе утро, я задерживать не буду. Действительно, когда мы с вами в прошлый раз собирались и, скажем так, информационно поддержали историю создания кластера, она нашла, конечно, отзывы и отклики и со стороны предпринимателей, и средств массовой информации, что действительно создание агропромышленного кластера для Кировской области является интересным и значимым событием. И сегодня я пришла не одна, хочу вам представить заместителя руководителя Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Груздеву Светлану Александровну. Светлана Александровна как раз курирует направление поддержки предпринимателей по линии Центра поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития. И представить Горинову Анну Андреевну, нас руководитель Центра кластерного развития нашего центра «Мой бизнес» областного фонда. Центр кластерного развития является структурным подразделением центра «Мой бизнес», который координирует как раз деятельность всех кластеров, создаваемых и созданных на территории региона. Поэтому сегодня какие-то вопросы возникнут по организации кластера, по взаимодействию кластера с центром кластерного развития, по мерам поддержки. И Светлана Александровна и Анна Андреевна ответят на все интересующие вопросы. Поэтому я желаю всем сегодня продуктивной работы и надеюсь, что итогом сегодняшней встречи уже будет непосредственно юридическое закрепление создания кластера. Спасибо. Спасибо, Лариса Юрьевна. Тогда, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Значит, ну что, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего совещания, очень хорошо, что мы встречаемся уже системно. То есть вопрос этот, конечно, требует всестороннего обсуждения. Эта тема для нас очень интересна. Я бы хотела отметить, что вот каждый итог, промежуточный результат, либо это какие-то итоги уже практического свойства, мы обсуждаем с нашим министром, заместителем председателя правительства Кировской области, министром сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексеем Алексеевичем Котлячковым. Поэтому нужно учесть, что он принимает очень активное участие, в том числе и в рассмотрении предложений. И, безусловно, конечно, нам очень интересно, еще раз подчеркну, мнение непосредственно фермеров, то есть убеждение Министерства сельского хозяйства таково, что такая структура должна формироваться снизу. На прошлой встрече мы с вами действительно идеологически рассмотрели концепцию, интересная концепция, необычная концепция. Поэтому сегодня мы и решили продолжить разговор уже более с практической стороны. Вот Сергей Сергеевич Толстобров, на мой взгляд, имеет хороший опыт. Уже кластер работает, поэтому я очень хочу попросить Сергея Сергеевича рассказать об опыте, а наших фермеров, которые, ну, скажем так, будущие участники кластера, крестьянские фермерские хозяйства, очень внимательно послушать и позадавать вопросы именно с практической точки зрения.
На мой взгляд, надо уже переходить, конечно, к практическим делам, да? То есть, послушав Сергея Сергеевича, давайте будем задавать вопросы, интересующие фермеров. На прошлой нашей встрече мы услышали, что есть определенные преференции для участников кластера в смысле государственной бюджетной поддержки. Это тоже очень неплохо. Но мы видим основную цель вот этой кластерной структуры в увеличении доходности участников кластера. То есть, будь это учеба, организованная органами управления кластерной структуры, которая придаст какое-то ускорение для развития крестьянского фермерского хозяйства, ну, например, внедрение новых технологий в крестьянском фермерском хозяйстве, изучение опыта успешно работающих коллег. Будь это государственная бюджетная поддержка, но она тоже, в общем-то, на наш взгляд, должна быть направлена на то, чтобы крестьянское фермерское хозяйство в рамках там и с помощью участия в кластерной структуре развивалось и получало больше доходов. Вот такие цели и задачи мы ставим сегодня перед нашим совещанием. И я прошу участников предельно внимательно рассмотреть практический опыт уже действующего кластера. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, после первого заседания было очень много у нас уже звонков, люди интересуются, много появились желающие с этим кластером поработать, наверное, пока намерение есть. Ну и сегодня мы как раз вот организационные вопросы, ответить на наши вопросы уже существующие кластеры, хотели послушать Сергея Сергеевича сегодня обязательно, наверное, основным будет докладчиком. Это кластер на территории нашей области. Мы вчера связались Омским биопромышленным кластером. Романенко Дмитрий Вадимович, председатель правления, сейчас он в Москве, двигается в сторону Сколково. Как только подъедет, он к нам подключится, потому что программу и ссылки ему отправили. Давайте мы наше вот уже обсуждение такое рабочее начнем. Еще раз дадим слово главному докладчику того заседания Ирине Викторовне Маракулиной. Буквально небольшое сообщение потом. Уже начнем, значит, с Сергеем Сергеевичем общаться, если вы разрешите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. Доклад будет очень коротким, поскольку у нас сегодня есть новые участники, не присутствовавшие на прошлом совещании, то самые ключевые моменты, еще раз я на них обращу внимание, по предлагаемой нами структуре. Итак, основа кластерной сети – это представители предприятий и организаций, которые заинтересованы в совместном поиске источников развития и готовы к взаимному сотрудничеству на основе трех базовых принципов – добровольности участия в кластере, самоорганизации и оптимального соотношения кооперации и конкуренции. В Кировской области на данный момент существует 4 кластера, и мы очень рады, что сегодня сможем познакомиться с опытом работы биофармацевтического кластера нашего региона. И предпосылки создания агропромышленного кластера в нашем регионе – это высокий уровень концентрации сельского хозяйства, наличие ресурсной базы, кадрового потенциала, научного потенциала, а также выгодное географическое положение, что дает возможности сотрудничества в развитии рынков сбыта. Стратегической целью создания агропромышленного кластера является формирование эффективной системы сотрудничества и кооперации всех заинтересованных сторон для повышения конкурентоспособности каждого бизнеса и агропромышленного комплекса в целом на аграрных и продовольственных рынках. Для достижения поставленной цели
необходима разработка и реализация совместных кластерных проектов, способствующих росту кластера по четырем ключевым направлениям. Это рост экономических и технологических показателей развития участников, увеличение количества участников кластера, создание и развитие объектов инфраструктуры для развития предприятий кластера и рост интенсивности коммуникации и сотрудничества между участниками кластера. Модель управления основана на том, что кластер составляют независимые самостоятельные участники. Высшим органом управления является собрание участников. В период между собраниями действует выборный орган правления. Также собрание участников назначает исполнительного директора кластера. Методическое, организационное и информационное сопровождение развития кластера осуществляет специализированная организация, созданная в соответствии с законодательством. Специализированную организацию кластера в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 779 рекомендуется создавать в организационно-правовых формах некоммерческих организаций. В частности, мы обсуждаем форму ассоциации или союза. Стратегия финансирования кластера определяет направление и источники финансирования. Среди направлений финансирования выделяются затраты на создание кластера и финансирование управляющей компании, затраты на реализацию кластерных проектов и затраты на развитие и поддержание инфраструктуры. Источниками финансирования мероприятий могут стать средства участников кластера, средства инвесторов, банковские кредиты и субсидирование части затрат при участии в программах государственной поддержки участников кластера. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов относится к исключительной компетенции высшего органа ассоциации или союза. То есть получается, что это собрание участников кластера, точно так же, как и все остальные ключевые решения, да, принимают сами участники кластера, участники ассоциации. И данное положение закрепляется в уставе. А перспективные проекты кластера, которые были предложены к обсуждению на первом совещании, представлены обзорно на слайде. Мы в анкете, да, просим участников отметить наиболее интересные для них для реализации проекты, для того, чтобы далее в стратегии уже более детально проработать именно те проекты, которые, на взгляд участников кластера, считаются более перспективными. Таким образом, сотрудничество предпринимателей, разработка и реализация совместных проектов – это один из перспективных путей развития в меняющейся бизнес-среде. И мы приглашаем все заинтересованные стороны к диалогу. Спасибо за внимание. И далее, действительно, мы предлагаем послушать опыт участников действующих кластеров, и я передаю слово Сергею Сергеевичу. Нет, хорошо, давайте мы так. Вот мы направляли, да, Наталья Владимировна, письма в адрес участников первой встречи с просьбой и с предложением, и вы в прошлый раз обращались, направить заполненные анкеты. Mm-hmm. Есть ли таковые? Да, у меня на руках две анкеты. Я знаю, что по электронной почте Светлане Васильевне также поступали анкеты. Количество только не могу сказать, пока не получила их себе на руки. А можем ли мы их проанализировать, а что, какие мнения высказываются в этих анкетах? Ну, это, наверное, к Светлане Васильевне больше вопрос, ну, да? Пока еще сбор анкет продолжается, поэтому... Ну, вот вы говорите, две уже поступили, это уже какой-то результат. Вот на основании этих двух можно какие-то выводы сделать? Хорошо. Хорошо, я посмотрю сейчас. Да, Сергей Сергеевич, включите, пожалуйста. Когда мы обсуждали, да, мы говорили, что
мое сообщение сегодня, оно будет больше диалогом, да? И, наверное, как раз вот Ирина Владимировна-то и права, может быть, что из этих анкет мы уже, наверное, могли бы чего-то. Или, если они есть, может быть, из них тогда какие-то вопросы задать, потому что, ну вот, то, что здесь сейчас было показано, да, уже проанализировано, такое общее, общее понимание. Но, так что есть, то есть, лучший вопрос, я, конечно, сейчас все, что хотел сказать, я скажу, но, наверное, в форме диалога, чтобы там мои звучали для дела ответа. Хорошо, спасибо. Мы тогда можем анализировать анкеты, которые поступили? Если есть необходимость там проинформировать большее количество предпринимателей, мы же можем анкетирование разместить на сайте Центра Мой Бизнес. То есть наш сайт уже многие предприниматели знают, и как-то анкеты там заполнять онлайн. Да? Да, все тогда. Все, мы и активную ссылочку сделаем на сайт вуза и на нашем сайте эту анкету, чтобы они могли направлять анкету в том числе и в Центр Мой Бизнес, и сотрудники обработают и передадут. Хорошо, спасибо, так и сделаем. Мы Центром кластерного развития тоже работаем. Я думаю, проблем не будет. Все-таки, Сергей Сергеевич, может быть, как вы начинали, основные такие моменты вы расскажете, потом уже... А у нас анкеты здесь они? Нет. Принимается на 100%, поэтому размещаем. Центр кластерного развития, я думаю, поработает, да, с этими анкетами, и тогда уже... Может быть, там впоследствии, на следующей нашей встрече, мы по результатам анкетирования сделаем какие-то выводы. Спасибо. Ну, можно с места, да? Пожалуйста, пожалуйста. Коллеги, я вот действительно немножко, наверное, как это сказать, готовился к диалогу, да, поэтому специально не готовил презентацию, однако я сейчас вижу, что есть возможности. Да, и поэтому я бы хотел показать вам презентацию, которую я готовил к последнему круглому столу нашего кластера в рамках нашего сотрудничества как раз с Центром Мой Бизнес, да, ну вот, чтобы погрузить вас, наверное, в такую глобальную, в общем-то, ситуацию. И мне приятно сейчас сказать о том, что вот в этой глобальной системе ГСХ, как раньше, университет, наш агротехнический сейчас, да? Агротехнологический университет, уж извините, играет одну из важнейших ролей, поэтому я думаю, что вот та модель сотрудничества, которую избрали, уважаемые коллеги, она как раз является очень жизнеспособной, да, потому что университет будет как раз вот этим центром собираний компетенций и, наверное, управленческого опыта, так как, ну, я вкратце об этом там скажу. Да? Итак, от большого к маленькому, да, на самом деле вся, в общем-то, продолжительная деятельность правительства Кировской области и существующих здесь, так сказать, бизнеса, науки, она привела, я надеюсь, к тому, что в настоящее время можно говорить уже о создании в Кировской области экосистемы биотехнологической. Хотя мы не первые, потому что если мы возьмем стратегию
развитие Кировской области, которую сейчас, конечно, активно модернизируют и продляют, правильно делают, одним из направлений как раз там было биотехнологии. Биотехнологии всегда, всегда были, всегда, в смысле, начиная, по крайней мере, с той стратегии, они всегда были в приоритетных направлениях, да. И вот если мы сейчас посмотрим на то, что мы уже наработали к нынешнему времени, то здесь у нас в Кировской области в различной степени готовности, да, находятся такие крупные проекты, как деятельность научно-образовательного центра мирового уровня «Биополис». Да? Все? Извиняюсь? Да, я увлекся. Извините. Итак, да, у нас научно-образовательный центр мирового уровня. В 2019 году, в ноябре месяце, губернатором Кировской области был подписан указ о создании научно-образовательного центра, и университет является членом этого НОЦа, у него есть своя программа развития, да, и сейчас понятно, что создание кластера стало бы хорошей, так сказать, подспорьем нам в этой работе. Усилия больших инвесторов мы хотели бы сосредоточить вот в этой особой экономической зоне «Биополис». Опять же, есть рабочая группа по ее созданию, ведется активная работа по подготовке документов, но это, в общем, такая федеральная история, очень федеральная, поэтому работа идет, рабочая группа работает, но, к сожалению, это не быстро. Да? А чем же поддерживаются два этих образования? Да? Вот как раз я здесь показал те кластеры, которые относятся к биотехнологиям. Да? Это биофармацевтический кластер Кировской области, который был создан изначально, создан как территориальный инновационный кластер, и он является в этой системе, да, ну, вторым по возрасту, потому что первым у нас является биотехнологический кластер Кировской области. Тут уже спрашивали, это Валерий Николаевич Турула, который возглавляет. Ну, вот его деятельность, она такая, она более длительная, и разброс, или как сказать, темы, которые на уровне кластера того решаются, они, конечно, там охватывают большую сферу различных биотехнологий. Вот. Но тема, и она есть, этот кластер есть, и он действует. Да? Также в 2019 году для поддержки больших производителей, в основном фармацевтической продукции, был создан промышленный кластер биотехнологий в силу законодательства Министерства промышленного развития Кировской области, но он направлен в основном на развитие внутренней кооперации, для развития кооперации и крупных предприятий. Поэтому я это показываю, потому что вот, ну, надо понимать отличия и функции. Да. Да, это про крупный бизнес, а мы про малый и средний. Почему мы четыре, да, учитываем это? В связи с тем, что я являюсь руководителем и биофармацевтического, и промышленного кластера биотехнологий, да, то есть вот тут надо четко понимать различия, и понятно, что биофармацевтический кластер является, так сказать, субъектом, так сказать, сотрудничества с центром «Мой бизнес», как раз сейчас активно работает с точки зрения поддержки малого предпринимательства Кировской области, которое работает в сфере там здоровья, и, ну, мы вот так определили для себя сфера здоровья, да, в основном. Ну, то есть, образуясь, новый кластер попадет в уже довольно стройную систему, которая есть, да, там практически нового изобретать ничего не придется, в смысле техники, да, а уже спокойно сосредоточиться на вот тех задачах, которые уважаемый докладчик только что показали, да, там, наверное, развитие кадрового потенциала и так далее, развитие предприятий. Ну, вот это я
тут у меня такие описания биополиса. Ну, это вот, ну вот промышленный кластер биотехнологий, да? У нас производители, 6 предприятий производителей конечных, да, предприятия внутренние поставки, научно-образовательные учреждения и специализированная организация. Ну, вот это вот, это система промышленного кластера. Вот кластер БТК, да, биотехнологический. Еще раз, вот он, биоэнергетика, сельское хозяйство, экология, здоровье человека. Ну, сельское хозяйство, они, так сказать, это в основном, они там решают вопросы энергетики. Да. Вот наш кластер. Да, нет, это не на. Это есть еще один кластер, да, которым, ну, он, его деятельности нету, но формально он есть. Это промышленные биотехнологии, это на базе Востока нашего БХЗ, да, ну вот у него промышленные биотехнологии в основном. Ну и вот наш кластер, мы тоже с сельским хозяйством, мы тоже, но в основном это, конечно, препараты, да, препараты для сельского хозяйства, лекарства. Сейчас, конечно, все поглощены вопросом там, ковидным, да, и мы активно участвуем, и НОЦ, и вот наш кластер активно участвуем в этой повестке. Сергей Сергеевич, ну, вот, я прошу прощения вас, извините, что прерву, просто вынуждена уйти на срочный ВКС. И вот на этом слайде как раз хотелось бы заострить внимание, это как на предыдущем. И вы говорили про БТК, сельское хозяйство, да, и вы говорили про свой кластер, биофармацевтический кластер, вопросы сельского хозяйства затрагивают. Это как раз еще одно из направлений деятельности кластеров, это межкластерное взаимодействие. То есть вы абсолютно верно отметили, что агропромышленный кластер, он входит в тройную уже выработанную структуру существующих кластеров и вполне может осуществлять межкластерное взаимодействие как в сфере биотехнологического, биофармацевтического кластера по линии там, да, каких-то проектов, связанных с сельским хозяйством, так и, например, с туристско-рекреационным кластером по вопросу, как мы уже говорили, например, гастрономического туризма, там, или охота, например, да, тоже в качестве там, межкластерного взаимодействия тоже могла бы быть там, интересным проектом. Поэтому вот еще раз прошу прощения, что вынуждена уйти, что хотелось бы остаться, вопрос интересный, но коллеги, я думаю, что прокомментируют, ну и какие будут резолюции сегодняшней встречи, Ирина Вадимовна нам расскажет, да. Не последнее. Ну и напоминаю, что в центре «Мой бизнес» при необходимости тоже, если надо, будет, мы готовы организовать встречу. Всем, всем спасибо большое. Удачной работы дальше. Спасибо, прошу. Ну и на самом деле вот слайд. Действительно, Лариса Юрьевна, так сказать, правильно расставила акценты. Центр кластерного развития является той объединяющей структурой, да, которая помогает нам как кластерам во многих вопросах. Да? То есть это вот как раз и межкластерное взаимодействие, это поддержка и все, что есть. Да? Поэтому мы попадаем в такую систему. Мы попадаем в такую систему, причем там ничего нового нет, потому что университет активно в этой системе участвует. Практически там и в кластерах является членом кластеров уже, и в научно-образовательном центре мирового уровня и так далее. Это такая общая система, в которую вы попадаете. Если мы сейчас говорим конкретно о кластерах, да, с точки зрения организационной. С точки зрения организационной, ну, в общем-то, тоже уже все пройдено. И если мы будем говорить о том, в какой юридической форме лучше кластеры организовывать, то, конечно, с точки зрения вот тех имеющихся там предложений, условно говоря, или вариантов, создание в форме ассоциации, ну, на наш взгляд, да, является наиболее оптимальным. Потому что если мы говорим о там, ну, то есть два варианта, да, автономная некоммерческая организация, либо ассоциация, то, конечно, ассоциации, они
как наследники вот этих вот некоммерческих партнерств, да, наиболее подходящие для деятельности, экономических субъектов. Потому что они не накладывают никаких там дополнительных ограничений, с одной стороны, с другой стороны, ассоциация может вести коммерческую деятельность. Да? Когда мы говорим о различных там, консультативных мероприятиях, да, там, подготовка и так далее, ну, общих мероприятий членов кластера, ну, это, я считаю, это необходимо бывает. Единственное, что как, если вы в своем уставе заявляете о коммерческой деятельности, да, то тогда для создания ассоциации необходим взнос 10 тысяч рублей сейчас. Так? А, вот. Значит, что касается взносов в ассоциацию. Здесь, и вы это прописываете в уставе, у вас существует свобода, да, потому что общее собрание членов, ну, по крайней мере, это в нашей в нашем уставе так прописано, о взносах вопрос решается общим собранием. Да? Да, прописано, что могут быть регулярные взносы, как членские взносы ежегодные, могут быть взносы по вступлению в ассоциацию, да, и могут быть специально ну, другие взносы, которые обсуждаются на собрании членов ассоциации. Сразу хочу сказать, что наш опыт сотрудничества с университетами в рамках деятельности кластера показал, что для них членские взносы являются проблемной историей, потому что это нужно согласовывать, ну, средства, это же федеральная структура, да, ее нужно согласовывать, и поэтому мы сначала организации, когда мы были некоммерческим партнерством, мы прописали ассоциированное членство, но я считаю, что в уставе, где в уставе прописано, что общее собрание решает эти вопросы, то, наверное, общему собранию просто необходимо будет решить, ну, скажем, освободить от взносов университет. Но вот здесь мы, когда работали по двум кластерам, и биофармацевтическому, и промышленному кластеру, университет Вятский государственный нашел, являясь членом этих кластеров, нашел хорошее взаимодействие, то есть, ну, некоторое время, довольно продолжительное, я был сотрудником университета, ну, и как бы университет сказал, что вот наш вклад, это то, что менеджмент, так сказать, менеджмент ассоциации получает зарплату. И я так вижу, так как университет, ну, идеологически участвует в этой истории, то, наверное, можно вам тоже рассмотреть такую возможность, да, что менеджмент, бухгалтерия, ну, потому что вот самое, к сожалению, самое страшное, все, наверное, знают, да, самое страшное, что есть в деятельности любой организации у нас, это просрочить с отчетностью, да. Отчетность у нас двух видов, отчетность бухгалтерская, если деньги, да, если не идут, значит, нулевая, да? И отчетность в юстицию. До 15 апреля ежегодно надо в юстицию сдавать отчет о, ну, о деятельности, о продолжении деятельности, он так называется. И, кстати, вот здесь оно нужно два отчета сдавать, а ассоциации нужно сдавать всего один отчет. Ну, поэтому вот, как, может быть, ну, скажем, или сейчас бухгалтерию у нас в одном из кластеров, бухгалтерию ведет у нас Налек, там, да. Ну и, в общем-то, я всегда где-то, я в ассоциации тоже не получаю зарплату. Это позволяет гибко решать вопросы членских взносов. Да, потому что мы, например, центром кластерного развития, кластер биофармацевтический, мы 1,5 года взаимодействуем до этого. Да, там работали немножко по другой схеме. И, в общем, так, мы не собирали ежегодных членских взносов, ну, потому что деятельность, ну, практически мы не знали, как и чем помочь своим членам, поэтому зачем собирать с них лишние там деньги. Да. Но если появляются какие-то, ну, то есть если понятны какие-то расходы, ну, собирается общее собрание и
решает, что в этом году, чтобы покрыть какие-то расходы, да, там, надо сделать какие-то взносы. То есть, я думаю, что история здесь совершенно гибкая. Есть различные варианты, как не сделать ассоциацию, ну, вот, как любят говорить про предприятия, когда их включают в разные списки, там, сколько раз мы помогали. В каждом кризисе у нас создается кризисный список, да, там, со всех собирается отчетность каждый месяц, да, люди берут бухгалтеров, тратят деньги, а потом кризис кончается, и все расходятся. И предприятия говорят, а зачем мы тогда все это делали, да? Ну, то есть, ну, чтобы не было вот этих вот, что нас создали только для того, чтобы еще там собрать денег и кого-то, ну, там, кого-то на эти деньги содержать. Ну, вот такая история, она как, то есть от вас зависит, сколько денег вы сдадите и на что они будут потрачены. В рамках ассоциации, я считаю, это вполне нормальная история. Вот. Это что касается организации. Ну, тем более, как бы, есть у нас устав, я с удовольствием поделюсь. Там много работы не будет. Чем нам это все полезно, да? То есть вопрос, то есть с организацией более-менее понятно. Если есть вопросы, могут там. Да. Да, пожалуйста. Совков Никита, фермерское хозяйство Котельнич. Вопрос. Изначально кластер создается для объединения хозяйствующих субъектов. Ну, там. Да. Вот. Давайте рассмотрим на примере вашего кластера, самого минимального, который самый маленький. Биофармацевтический. Можете сказать, кого он объединяет и для чего он объединяет конкретно? Ну, вопрос хороший. На самом деле, я бы сказал по-другому немножко. Кластер может быть создан только в том случае, если в регионе сложились условия для развития соответствующего, ну, там, отрасли, направления. Да? Потому что, ну, собраться, ну, на самом деле, у нас есть история. Был создан биоинформационный кластер. Может быть, вы слышали когда-нибудь о таком. У нас на базе вот этих центров началась автоматизация, да, там еще что-то. К нам Роскосмос приехал и сказали, вот у нас есть хорошее предложение по работе, да, плюс IT-компания у нас есть и так далее, давайте создадим геоинформационный кластер. Мы будем получать заказы в Москве, будем играть в федеральные конкурсы, здесь в Кирове будем их размещать, и вот, так сказать, вся эта система, она будет кластером, потому что тогда модно было все называть кластером. Мы их сделали. У нас был геоинформационный кластер. Потом Роскосмос не выиграл какие-то конкурсы. Работы по этому направлению работы не стало. И все закончилось там плачевно, да, то есть ликвидацией сейчас. А директором кластера был назначен уважаемый Сергей Романов Владимир Васильевич, директор НИИ СВТ. Да, и вот директор НИСВТ вынужден ходить по судам там, и закрывать вот эти вот истории. Поэтому, если нет предпосылок, если нет желания развивать там отрасль, желания развивать какое-то направление, то хозяйствующим субъектам объединяться смысла нет. Но с этой точки зрения Кировская область, сколько я причастен к ее развитию, да, мы всегда говорили о том, что надо найти какие-то не только существующие, но еще и какие-то современные, новые методы для объединения и развития этого направления. Да, там был проект, как у нас, молочный Кувейт, да, называли мы. Ну, как Логинов Дмитрий Алексеевич называл это, будучи начальником отдела в нашем министерстве, называл это. Ну, то есть мы всегда говорили, что в Кировской области есть там сельское хозяйство, это одно из тех направлений, которое развивается стабильно, динамично, получая, в общем-то, и государственную поддержку немалую, и участие нашего министерства. Вот. Поэтому
про развитие сельского хозяйства было всегда. Мы хотели в свое время сделать там, когда это тоже было модно, ну не модно, а когда это были соответствующие условия, агропарк, да? Помните, работали, собрали, вроде собрались, поговорили, но там вопрос был очень о крупных инвестициях, и как-то это все тихонечко у нас затихло, да, то есть это вот там то, что касается сельского хозяйства, это, конечно, я думаю, создание этого кластера – это еще один сигнал всем и жителям Кировской области, и, так сказать, внешнему миру о том, что сельское хозяйство является приоритетным направлением развития Кировской области. Это понятно. Зачем объединяться? Да, ну действительно, надо сесть и понять, а зачем? То же самое, в общем-то, у Центра кластерного развития есть опыт сотрудничества с экономическими субъектами по организации двух кластеров. Да? То есть в течение прошлого года были организованы два кластера. Это IT-кластеры и кластер туризма. Да? То есть люди собирались смотреть, ну, там, что необходимо, да? Что им нужно, зачем им нужно это объединение. В презентации было сказано, да, какие есть вопросы кадровые, какого-то совместной деятельности, да. И на самом деле, насколько я тоже помню, вот этот вопросы сотрудничества раньше они пробовали, да и сейчас, наверное, есть, да, через кооперативы сельскохозяйственные. И у фонда была программа поддержки таких кооперативов. Я, будучи в то время директором фонда, участвовал вот в различных собраниях и, по-моему, так сказать, в Котельниче был разговор, да, о создании там кооператива, как раз там картофель, мед, мы тогда активно участвовали и так далее. То есть, ну вот, как, ну та форма прошла, да, вот сейчас форма кластера. Зачем? Да? С одной точки зрения, вот есть, если вы объединились в кластер, то вы попадаете под сотрудничество с Центром кластерного развития, да, то есть... Ага. Сразу по существу вопросы буду задавать. Если мы объединились раз в кластер, кто мы? Вот на сегодняшний момент кто является инициатором создания кластера? Так вы знаете, хозяйствующие субъекты, но так как есть условие, что для организации кластера туда должны входить еще инфраструктурные, да, там университет, возможно еще, то объединившись, вы ищете, да, кто для вас, как хозяйствующих субъектов, какая еще структура важна для вашей работы, для улучшения, да, ведь кластер создается для того, чтобы хозяйствующие субъекты могли получить поддержку экономическую, ну, финансовую поддержку, да, поддержку там технологическую, да, ведь, ну, элемент, инфраструктурную поддержку. Рекламная, может быть, организация. Ну вот, ну, реклама, вот это у нас как бы в Центр кластерного развития входит, а вот вопросы развития, да, там, вопросы технологий и так далее. Кадровое обеспечение, научные, да, какие-то исследования. Они ищут у вас, вот, так. Инициаторы. Концептуально инициатором выступает университет. Идея хорошая, но это на уровне идеи, на уровне проекта стратегии, на уровне проекта концепции. Безусловно, что инициаторами создания, непосредственно инициаторами, могут выступать будущие участники кластера. То есть в данном случае, по-простому говоря, это крестьянские фермерские хозяйства. Мы обсуждали парадигму возможности как бы качества структуры участников кластера и пришли к выводу, вот Алексей Алексеевич принимал непосредственное участие, Елена Сергеевна в этом разговоре,
что именно для крестьянских фермерских хозяйств, а не для средних организаций, да, эта кластерная структура, она наиболее подходящая в условиях Кировской области и наиболее востребована, скажем так. То есть именно крестьянские фермерские хозяйства в Кировской области испытывают недостаток специалистов, недостаток знаний, значит, отсутствие какого-либо объединяющего бренда и так далее. Вот сама идеология. Я сейчас немножко было время обдумать вопрос. Скажу следующим образом. Я, наверное, действительно перепрыгнул этот этап. Организации кластера. Сразу скажу, даже когда мы организовывали кластер, промышленный кластер биотехнологий, мы приглашали консультанта. Потому что, когда собрались директора предприятий, да, занятые люди, у которых в голове на первом месте стоит собственное производство, да, собственная, собственная деятельность. И, между прочим, ну вот наш этот агропарк, он потому же не состоялся, потому что мы садили вместе средних и крупных промышленников агро, так сказать, назовем их, да, там, производителей продукции и так далее. И они, глядя друг на друга, они видели друг в друге конкурентов. И даже там была история, что они говорят, да зачем их всех сюда звать, давайте я один поставлю завод, как бы, и все, закроем вопрос, да? Вот. Поэтому, действительно, мы тоже, собравшись, мы пригласили консультантов. И консультанты с нами делали несколько, ну, с нами как с предприятием, делали несколько встреч как раз по пониманию, что нам надо, зачем мы объединяемся, да, что для нас кооперация и так далее. И университет тоже с точки зрения системообразующей принимал в этом участие. Ну, я как с университета там активно участвовал и так далее. Да? То есть, действительно, оторваться от своего, от своего бизнеса, тем более в нынешнее рискованное время, да, когда там то тут случается, то тут что-то не так. Конечно, нужен какой-то там аналитический центр, нужен какой-то вот системообразующий, который вам расскажет, да, что не каждый в интернете копается и ищет, да, что ж такое кластер, да почему, да что там хорошего. А вот как бы в форме этого стола, в форме каких-то еще таких мозговых штурмов, а зачем это надо, да, а почему это надо, а что нового можно сделать. И вот как бы для этого еще и нужен кластер, для того, чтобы нашелся кто-то, кто бы отвечал на вот те злободневные вопросы, которые стоят перед вами, но которые могут решаться только вместе. Да, только, ну, слово системно, да, у нас сейчас комплексно, так. Комплексно. Новый замминистра промышленности любит это слово. Это все понятно. Извините. Мне хочется все-таки вот немножко конкретики. Хорошо, вот на базе вашего кластера вы можете сказать вот конкретный пример, который кластер решает глобально для всех участников субъекта, для всех хозяйственных субъектов? Да. Генезис развития нашего кластера, он как раз отвечает на ваш вопрос. Потому что до 2019 года наш кластер, у нас было 6 членов, и я спокойно отчитывался. Сельхозакадемия, университет, Агровед, Нанолек и Корпорация развития Кировской области. И все было хорошо. Я просто не понимаю, из них хозяйственные субъекты кто? Нанолек и Агровед. То есть два хозяйственных субъекта. Вы меня дослушайте, я же говорю, в развитии. Вот и в конце 18-19 году мы приняли решение, что Нанолек, как крупное предприятие, заботящиеся о развитии Кировской области, разрешает, как якорный учредитель нашего, и появление Центра кластерного развития, в общем-то, в структуре фонда, да, был передан Центр кластерного развития, что мы можем помочь малому бизнесу, потому что
ну как еще Нанолек, как крупное предприятие, может помочь малому бизнесу? Через какие там инструменты? Ну, потому что промышленный кластер – это для крупного бизнеса. И мы приняли решение, что вот заявив о том, что наш кластер будет кластером здоровья, да, принимать члены кластера те малые предприятия, которые работают в этой сфере. И мы как, ну вот сначала это было такое довольно формальное решение, но, ну, действительно, мы контачились с некоторыми предприятиями, знали, что есть предприятия, которые там исследуют, какие-то новые там формы для там различных, для косметологии, для БАДы там и так далее, да, разрабатывают. Но то, что оказывается в Кировской области тихонько-тихонько сформировалось интересное направление там зеленой косметики, да, этого нигде не слышно было, потому что тихонечко предприятия, ну, работали, мучились, я бы сказал, потому что, ну, для того, чтобы произвести продукцию, даже косметологическую, нужно пройти кучу там сертификаций там и так далее. И когда они узнали через Центр кластерного развития, через наши какие-то мероприятия, что есть такая возможность, то оказалось, что их у нас много. Мы собрали их на круглый стол в 2019 году. Да, Анна, помните, вы были? Они сели, они не были членами кластера в то время, и начали, и когда мы начали разговаривать, они говорят, что? Они говорят, а как мне продвинуть, да, свой этот самый, вот я тут новый, товар, новый крем придумал, что мне сделать? И вдруг ребята из там, компании «Живо», девушки, да, встают и говорят, да вы что, мы уже целый год, прорабатываем свою вот эту вот рекламную кампанию, продвижение своих продуктов. Так, хорошо, круглый стол закончился, пошли пить чай, они друг от друга не отходят и так далее. И вот сейчас они уже даже, ну, они уже совместно двигают какие-то вещи. Оказалось, что да, рядом друг... И, а потом раз, новые. И у нас сейчас уже 19, то есть с 6 в 18 году, за эти два года мы выросли до 19 членов кластера. И вот вся эта зеленая косметология у нас. И они показывают интереснейшие результаты и по росту, и по всему. И они уже как, и они все уже, они друг с другом. В круглых столах 2020 года мы, в общем, нашли, условно говоря, специалистов по маркетингу, которые работают с косметологией. И вот этот специалист сейчас со всеми, в общем-то, контачит уже, да. То, ну, и вот, потому что мы в 2019 году спросили, а что ж вам надо, ну, как бы, что вам надо в 2020 году? И выяснили, надо круглый стол по маркетингу, плюс поддерживающие мероприятия, да, по продвижению. Надо круглый стол по сертификации, все уперлись в это. Мы в прошлом году пригласили, у нас даже в условиях ковида. Да, ну вот, так сказать, наши партнеры, которые сделали тот круглый стол, просто от них не отходили. Причем и не только для себя, мы пригласили БТК, там были участники. Вот, вот и все. И, ну, не все, да? И вот таким образом, вот наш кластер набирался таким вот так. Потому, вот именно от того, что людям надо было, и они все примерно в одном направлении находятся. Вот биотехнологический кластер, отлично, они давно работают, у них такая продуманная структура, они немножко по-другому собирают деньги, потому что у них такая история довольно длинная, и им денежки нужны, там, да, у них там взнос есть, у них другая система, да, но вот, понимаете, они вот немножко, ну, они раскидались, у них очень много направлений, и, ну, это не всегда хорошо, и вот, ну, может быть, я немножко, но вот то, что мы вот выбрали эту историю, и она у нас заработала, я считаю, что, да, коллеги из Центра кластерного развития не дадут соврать, что вот раз, и мы вдруг оказалось, что это интересно многим, и это можно сделать брендом области тоже. И динамика развития там огромная, и заделы есть, потому что все-таки биотехнологии, работа в том числе ведь и
университет, работал с бикоросами, и то различные продукты, да, и так далее. Это мы давно продвигали и там, и по инновационным, там, и по другим путям, и так далее. Вот. Биодобавки для животных тоже на основе зеленого. Как раз в Эрбе у нас исследования были. Да? Это как раз надо иголки, вот поэтому, это лиственницы. Поэтому вот. Вот так. Потому что когда каждый сам по себе, да, то многого не видно. А когда все вместе и начинают что-то придумывать, и всегда могут спросить, там, так сказать, на. И вот мы тоже много обсуждали с Центром кластерного развития. А зачем? Есть поддержка, есть центр поддержки предпринимательства. Почему предпринимателю? Почему ну, туда не прийти? Зачем? Зачем в кластер-то еще? Вот тогда мы говорим, но ведь когда вы в кластере, да, за вас отвечает не только вы, за вас отвечает еще и кластер. О вашей порядочности, о вашем уровне. Университет знает, министерство вас знает. И поэтому, когда вы обратитесь за поддержкой даже в центр поддержки предпринимательства, то вы придете не с улицы. Да? У вас уже будет репутация предприятия, которое активно участвует в развитии области, если хотите. Понятно, что члены кластера за вас не будут поручаться, да, при взятии кредита, например, по линии поддержки предпринимательства. Да. Но кроме того, что вы получаете поддержку как член кластера, отдельную поддержку, на которую отдельное финансирование. Кроме того, что у вас есть центры компетенции, как там инфраструктурные и так далее, да, вы еще и имеете репутацию. Вы состоите там в реестре членов там, и так далее. Понимаете? Вот это тоже там не сразу понимают, но вот как бы господин Кочкин, там, например, да, который и в кластере у нас, и просто по линии поддержки, он стал известен, он вошел в этот круг, его все, ну, условно, у него есть уже история, да, он тут воспользовался поддержкой, он тут может, он уже надежно, ему уже помогли, и плюс он, мне кажется, в прошлом году там смогли ему помочь и в информационных мероприятиях, и в маркетинговых, и так далее. Понимаете? То есть, как бы вы попадаете в такую среду. Ну и вот межкластерное, да, межкластерное взаимодействие, это тоже важно. Может быть, вы условно никогда бы с господином Турула не познакомились, там, и все его, ну, всю эту историю он вам еще, наверное, вас еще не приглашал на свои, там, или там с нашим кластером, да. А здесь, пожалуйста, условно, все, что касается организации кластера, я, так сказать, с удовольствием там, поделюсь опытом. Центр кластерного развития поддержит там, документально и так далее. Проведем по всем этим, ну, то есть, там, как участвовать в конкурсах, как там еще что-то. Поэтому вот, ну, вот пока так. Ну, я говорю, что вот эта история нашего бурного роста за последние 2 года, как кластера, ну, она, наверное, ну, вот очевидна. Да, пожалуйста, вопрос. Можно, Катя, да? Нет, если вопрос есть. Они спросят. Пожалуйста, если... У меня еще один вопрос. Вот тогда вопрос к инициаторам проекта. Я так понимаю, ребят сельхозакадемии, да, по-старому, как мы привыкли. Вот. Можете ли мне сказать или привести пример, какую-то сквозную, небольшую, маленькую сквозную задачу по примеру объединения нас, фермеров? Вот. Один вектор развития. То есть один вектор развития, как вы видите нас объединить и придать нам, ну, чтобы у нас была какая-то общая заинтересованность вступить в этот кластер. Никита Валерьевич, вот если психология такая, расскажите нам, зачем вы нас объединяете, тогда лучше не стоит. Смысла нет. Мы это уже проходили.
Нет, я так понимаю, как бы тогда изначально у нас все идет неправильно. То есть мы должны, Сергей Вениаминович, выработать какое-то самое решение. Сказать, Сергей Вениаминович. Вот. Вот, то есть мы должны, у нас должны быть какие-то точки соприкосновения, и мы должны, например, прийти в Минсельхоз или в ГСХ, сказать, ребят, помогите нам, пожалуйста, объединиться. И мы готовы, там, ну, вот, само, вот наш какой-то план действий, наш какой-то план развития. И после этого тогда уже должен создаваться проект. Никита Валерьевич, можно я сейчас перебью, извините? Вот как раз инициатива Елены Сергеевны и нашей рабочей группы. Сергей Сергеевич на меня посмотрит, я, Сергей Сергеевич, второй только раз еще погружаюсь в эту систему. Да, если бы вчера Елена Сергеевна не выехала. Ну, мы, мы с вами в другой системе погружены. Да, да, да. И я бы хотел, коллеги, кто вот уставы и документы уже разрабатывали, не одно заседание, вы, пожалуйста, помогите Сергею Сергеевичу отвечать, что мы хотим. Значит, я уже буду повторяться, наш университет будет площадкой. В прошлом выступлении Елена Сергеевна говорила, мы на первое время берем даже организационные какие-то структуры, руководство и так далее, бесплатно, пока никаких взносов. То есть за счет вот своей деятельности мы организуем вот этот кластер. У нас будет свой сайт. Наши айтишники вот помогут этот сайт разработать. Значит, соответственно, у нас есть стратегия. Эта стратегия, видимо, была уже первоначально с опроса ваших желаний. Ну, начиная агропромышленный комплекс, да, мы среднее хозяйство, потом уже подошли к фермерским хозяйствам, да. Значит, вот если мы возьмем историю, к сожалению, омский биопромышленный кластер не подключается, на базе тоже омского ГАУ имени Столыпина организовано, да, как раз вот хотели послушать. Любой кластер создается по инициативе самих производителей. Они хотят завоевать какую-то нишу с точки зрения, опять же, вот своей экономической деятельности, то есть зарабатывания денежных средств. Но для этого, особенно малые формы хозяйствования, не могут сами всю работу полностью, вот эту всю, то, что говорили Сергей Сергеевич, есть сертификация. Здесь у нас индустриальный партнер есть, Центр метрологии и стандартизации и по сертификации, и по метрологии. У нас очень много индустриальных партнеров, промышленных, дилеры, Слободской машиностроительный завод. Завтра мы организуем здесь учебу Ярославского машиностроительного завода. Да? Как раз вот эти маленькие заводы производят технику, технологическое сопровождение для, тоже для вас. То есть мы можем разные технологии, техническое обеспечение, различные риски, планирование, анализ, какое-то прогнозирование на какое-то короткое время, на дальний промежуток времени для вас вот эти работы проводить на базе нашего университета, на базе значит, достижений и возможностей наших ученых. Мы контактируем со всеми вузами Минсельхоза 54, да, мы работаем вот еще другими вузами в составе биокластера, мы в Турула, биотехнологический кластер мы члены, да, биофармацевтический, в тот раз я уже рассказывал, какие возможности есть, если мы организуемся в кластер и какие преимущества для вас будут, мы об этом уже говорили, мы еще можем это все обсуждать. Еще раз повторяюсь, мы просто вот этот организационный момент запустили как вот площадка для вашего общения, объединения и совместной работы. Вот буквально сегодня пришло, создается бизнес-платформа достижения АПК. 27, по-моему, слайдов пришло, и там есть 4, значит, ступени, и самые последние для фермеров. Там только скачать видео, там какие-то рекламные материалы свои можно послать. А вот каждый, там есть и День поля Российской Федерации, регионов, и Золотая осень туда же включена, да, разные мероприятия, начиная вот с этих больших достижений, и разные мероприятия вот в эту платформу подключаются. Вы, еще раз повторяю, в силу своей занятости, потому что вы работаете, как сказал Сергей, в поле, вы не сможете вот это все проконтролировать, и немножко вы можете отставать и запаздывать. А вот когда кластер будет, и участники кластера, в том числе университет, постоянно на пульсе и в курсе вот этих всех событий, как только что-то какое-то будет существенное там изменение, мы сразу вас можем собрать в любое время, или сразу мы вам сообщаем, соответственно, у нас контактная информация будет. Вот эти моменты, то есть быть готовыми к современным требованиям, в нашем случае развития агропромышленного комплекса, области Российской Федерации. Так вот, если
грубо сказать. Да? А если конкретно примерами исследовать, это можно, то, что мы сделали, можно это, наверное, проговорить, сейчас надо немножко подумать, конкретно деятельности фермерских хозяйств. Потому что непосредственно вот с фермерскими хозяйствами мы не работали, а вот колхоз зерновой, да, у нас вот последний раз по биотехнологическому кластеру мы 4 проекта делали, наш университет, наш 198 тысяч рублей через центр кластерного развития. Да. У нас есть и другие вот, ну, хозяйства, которые они находятся в тех кластерах, мы с ними работаем, у нас опыт работы есть. И то, что говорит Сергей Сергеевич, у нас сейчас кластеров много, и мы уже как университет или сельхозакадемия, уже будет это у нас третий кластер, да, если и межкластерное общение, и вот учет опыта работы тех кластеров и взаимодействие, особенно многие фермеры пытаются, вот давайте мы фиточай, иван-чай и так далее, как только не обращались. Вот вятский мед, да, мы БТК, сегодня должно было быть заседание, перенесли его на следующую неделю, мы там тоже участниками являемся, да. Есть разные такие вот идеи, так скажем, у малых форм хозяйствования. А проработать его досконально со специалистами, нашими индустриальными партнерами, нет возможности. В этом случае, конечно, мы, как члены этого кластера, вот эти работы все будем выполнять. Я-то еще по-другому бы сказал. У нас, видите, не должно создаваться впечатление, что министерство и университет первый раз встретился с фермерами Кировской области, да. Потому что насколько Министерство сельского хозяйства наше проникнуло в контакте с сельхозпроизводителями, я, в общем-то, знаю не понаслышке, сам много раз участвовал во всех этих поездках, мероприятиях и так далее. То есть, мне кажется, что, ну и я так, когда с Ириной Вадимовной мы разговаривали, я так и понял, что приглашены-то вы были именно с точки зрения того, что министерство знает о ваших проблемах, министерство представляет, что кому надо, да, и поэтому вот вам, как там активным, наверное, там еще предложено создать костяк. Потому что, ну, вот потому что я рассказываю, да, как понятно, и люди, работающие на земле, они всегда осторожные, так сказать, немножко замкнутые в себе. Даже крупные производители вместе трудно садятся, да, приходится к ним ездить, каждому в отдельности приглашают в хозяйство, вот там они разговаривают, там они, а вместе их посади, они что-то друг на друга этот смотрят, как на конкурента, да, сколько раз у нас бывало такое. И сейчас, когда вот костяк, это все понятно, что, да, когда вы вместе с там, университетом, с министерством вы создадите кластер, вы покажете первые, там, получите первые там, поддержку, получите первые результаты от вашего взаимодействия, люди начнут звонить, ваши коллеги начнут звонить и просить, и тоже, ну, как вот у нас вот весь прошлый год, да, там, и в конец 19-го, вот Анна Андреевна мне там уважаемая постоянно обузу кидает, людей, ну, не обузу, наоборот, я рад, что мы вот такое смогли так сделать. Но люди все звонят и да, мы хотим. Вот мы слышали, что у нас тут наши тут эти партнеры получили поддержку. А почему? Ну, как бы, а как бы нам это сделать? И так. И вот начинается рост взрывной. Вас просто, ну, наверное, как наиболее активных и понятливых, так сказать, пригласили стать основой. Как все с чего-то начинается. Нельзя, ну, понимаете, если собрать всех там фермеров, да, и, ну, это будет такой немножко митинг, как у нас получалось вначале тоже, даже в промышленном кластере. Хоть у нас там, я показывал, там 15 было членов, да, но каждый пришел, взял еще с собой финансового директора. И когда мы сели в зале там в политехе, и каждый начал задавать какие-то вопросы, а что я с этого получу? Да, все, разошлись, потом, о, это все для Налека сделано. Вот, ну, как, да, ну, а потом, когда уже началась там совместные проекты и все, да, там, каждый свою пользу увидел. Поэтому, как, все равно, ну, а, это не на пустом месте, мы все это понимаем, б, для начала нужно там актив какой-то, всегда нужен актив, а дальше начнется, при правильной работе, дальше начнется рост, и уже будут другие люди. Вот,
Да. Скажите тогда, как часто вы собираетесь со своим собранием? Это раз в год, там раз в полгода, ну, первый вопрос. И как вообще формируется повестка, потому что, вот, ну, например, если часто нам тут собраться, мы там, допустим, будем говорить о создании ярмарок, например. Да, кто-нибудь другой придет, у него там научная деятельность, третья там сертификация и так далее. То есть это вот как у вас-то все происходит? И... А мы поступаем очень хитро, я считаю. Значит, у нас есть договоренность, что... Ну, как договоренность? Есть возможность при содействии Центра кластерного развития провести несколько круглых столов в течение года. Первое, что мы делаем, мы выбираем тему. То есть все члены кластера выражают заинтересованность. Сертификация, маркетинг. То есть у нас существует ключевая тема, для которой мы приглашаем соответствующих спикеров, экспертов и так далее. Да? А так как это круглый стол, между делом мы еще и обсуждаем свои проблемы, проблемы кластера. Ежегодно, да, вы в уставе прописываете, что там ежегодное собрание там членов кластера, да, там под протокол принимаются какие-то решения. Мы, чтобы, а тем более прошлый год был таким, да, то есть там в онлайн режиме люди старались, ну, потому что у нас ни один круглый стол, к сожалению, не обошелся без того, что кто-то на карантин ушел, у кого-то заболели, там еще что-то, да, и поэтому вот вопросы мы обсуждаем в рамках вот этих вот круглых столов. Мы нашли такой способ, значит, общения. Большая структура БТК, у них есть президиум, у них есть, то есть, вот, всеми членами, у них же заявлено больше, 42, по-моему, они. Ну, 46 участников. Они собираются вот этим президиумом. Там принимает решение, там потом вот, то есть, ну, у каждого своя форма. По какому принципу вопросы формируются на круглом столе? То есть нас много, например, да, у каждого своя тема. Я всем раскидываю, ну, понятно, что мы выбираем, как это, методом мягкого рейтингового голосования, я всем членам раскидываю тематику, которая есть, и прошу их. Ну, это в начале года или даже в декабре это делается. Ну, у нас вот в ноябре итоговый круглый стол. Тоже в этом году прошел, подключался Курчатова, институт биотехнологической платформы, Василов. И, ну, то есть, такая сначала такой забойная тематика, а потом мы все как бы обсуждаем, что же на следующий год делать. Нам любезно там рассказали, что будет там, да. То есть, ну, вот. И мы, интернет есть, сейчас все есть, мы вот... обсуждаем, какие основные темы там нужны, да. А вот этот формальный вопрос, ну и в уставе тоже предусмотреть возможность там заочного участия там или еще как-то там, да. То есть вот эти формальные вопросы, ну, на самом деле вот мы стараемся менее сделать формальным. Ну вот БТК, он как бы, у него там такая мощная, это самое, но и то, я одно время был там, называется, членом этого президиума или как-то там участвовал, да. Да, я, в общем, постоянно ездил, ну, там сказать, что там прямо все собираются, ну собираются, принимают решения, но это все зависит от класса задач, которые ставятся, да, то есть мы пока со своими членами кластера вот, решили, что мы будем, ну, вот, помогать, то, что надо, то и делать, а вот эти вот условно говоря, формальности. Ну, 19 человек, это довольно, ну, 19 участников, 6 из них такие большие, то есть мало, я, ну, переписываемся и самое. Вот то, что действительно нужен там вот сайт, нужна вот эта система коммуникации, да, и лучше начать с нее, да, и уже, когда в ней работаешь, все как-то проще становится. Ну, сейчас... Это не проблема. Возможности безграничны, поэтому что-то обсудить, для этого не обязательно всем собраться. Главное, пользоваться. Честно,
правильно вы говорите, надо увидеть себя в этом процессе, ну и как бы, ну и понимать, что это коллектив, да. С одной стороны, свои, ну и в первую очередь свои, потому что, ну что, если у тебя будет плохо, то вам эта общественная деятельность, она как бы не уперлась никуда, да. Ну, то есть сначала свое, но потом коллективное. Ну, интереснее, я говорю, люди встречаются, да, ну, появляются вопросы, появляются какие-то совместные, а тем более, мне кажется, в сельском хозяйстве есть там возможность вместе и кооперации еще что-то. Одним кластером ведь только все не заканчивается, есть и другие, в том числе. Ну, вообще, конечно, конечно. Просто вот как бы я анализирую уже не первый день все это мероприятие. Вот, например, из доклада Ирины Викторовны, там была как бы основная цель и задача концентрация сельхозтоваропроизводителей. У нас очень большая Кировская область, и сконцентрировать нас, как, ну, я вам говорю, как кто работает на земле, то есть в целом фермеров сконцентрировать очень сложно. Мы такой народ, очень такой, ну, пассивный. То есть и далеко мы же сельское хозяйство, это же не значит, что ну, сельское хозяйство и все. То есть мы очень расширены, очень глобально представлен рынок продукции. То есть у кого-то пчелы, у кого-то молоко, у кого-то там колбаса, у кого-то мясо и так далее и тому подобное. То есть объединить вот это все в один котел, ну, по-моему, это чисто мое точка зрения, это очень сложно. То есть как бы, да, кооперация должна идти, по моему мнению, ну, как бы узкоспециализированы на базе кооперативов. То есть, как бы, да, вот как мы на сегодняшний момент работаем и ведем. То есть, если вот этот кластер, и продвигает дальше жизнь, то нужен нам, то есть, я так понимаю, что их нужно нам лечь и не фермеров. То есть, начальный этап должен объединять кооперативы, а потом уже кооперативы должны объединяться в кластер. Ну, вот, хотя бы формально, чтобы мы могли представлять свою, как говорится в уставе, могли выходить за пределы рынка Кировской области, представлять Кировскую область. То есть, вот, ну вот мы объединим 20 фермеров. Ну, у всех 20 фермеров будет разная продукция. Хорошо, у двух, у трех совпадет, у всех остальных будет разная продукция. Ну как мы сможем с одним брендом выйти? То есть, как бы, да? Я предлагаю еще, то есть, опять же, чуть опыт, ну вот это же, покупай Вятское, то есть, как бы, да, это же хороший наш бренд, но почему мы его сюда, в это, вот этот самый, мы его сюда не засовываем, то есть, как бы, вот этот, в агрофуд наш, то есть, уже же есть, который бренд, который уже вот, какая-то известность есть, то есть, мы же можем сюда его объединить, то есть, как бы, добавить, то есть, и вот сам факт вот этот, то есть, как бы, объединение с академией, я не против объединения, то есть я не против учеб, то есть, но у каждого у нас свои различные будут самые задачи и потребности. Мне интересно растениеводство в сфере картофеля. Вот Сергею, он молоком занимается, ему не интересно будет. Ну зачем, то есть, как бы он скажет, ну а зачем я взносы вношу? То есть вот сегодня год прошел. Вот у Сергея Сергеевича фраза прозвучала: целый год мы не знали, как и чем помочь своим членам. То есть, как бы, вот я не хочу вот такого, чтобы мы создали кластер, а потом сидели и думали, а чем же мы поможем своим членам и зачем вообще мы вот это все создали. То есть, как бы, вот это моя точка зрения. То есть, как бы, и как бы на Агрофуд, вот эта Вятка Агрофуд, ну, может быть, она нам нужна, но не на этом уровне. Это, опять же, моя точка зрения, не на уровне начального звена фермеров. То есть фермеры должны, и у нас есть кооперативы, причем далеко не один десяток кооперативов. То есть они какие-то ячейки уже себя включают, и вот на базе их можно самое, да, вот это дальнейшее продвижение кластера я вижу. Вот так вот посмотрю. Ну, честно говоря, вот, ну, это всегда так, каждый слышит то, что хочет слышать, да? А да, не да, то, да. Что говорит собеседник. Но
Я не говорю, что мы сидели и не знали нас. Вначале я вам сказал, кто был у нас в кластере и, соответственно, там, какие функции он решал. Потом, когда кластеры сосредоточились на поддержке малого предпринимательства, мы решили, что вот, помочь малому предпринимательству через включение в кластеры там, даже определенных направлений. Вы еще вот я показал вам вот эту историю, да, там экосистему. Не для того, чтобы, ну, то есть, это же все, вот, участие вас в кластере никак не влияет на ваше участие в кооперативе. Это как бы разные организации, и вы правильно сказали, которые, в общем-то, исполняют разные функции. Совершенно, да. Наверное, кооператив, наверное, кластер, это, условно говоря, чуть выше, чем кооператив. Кооператив действительно решает совершенно узкие задачи. Дальше. По нормативке членом кластера может быть субъект малого предпринимательства. Кооператив не может быть членом кластера, чисто даже по формальным признакам. Поэтому говорить, давайте мы сначала объединимся в кооперативы, потом кооперативы станут учредителями кластера, так просто не может. С другой стороны, кластер – это свободная, это ассоциация. Каждый член кластера имеет возможность заявить о своих интересах. Он не обязательно всем там, производителям молока объединиться вместе, да, и, например, там, попросить какую-то субсидию. Ну... Извиняюсь, да, я увлекся. Так, и наоборот. То есть, с одной стороны, вот это вот есть такой инструмент. И вы смотрите, как мне как производителю, да, мне как субъекту, вот полезно там быть или бесполезно. И, соответственно, вступайте. На вас вот. Каких-то там коллективных обязанностей вас никто не будет собирать вместе, строить и там заставлять там голосовать за депутата там и еще что-то. Тут совершенно своя функция, понимаете, своя функция. Член кластера может запросить поддержку финансовую там-то, поддержку техническую там-то, а уж если вы нашли среди членов кластера партнеров, с которыми хотите вместе решить какое-то большое дело, ну там, создать переработку какую-то общую, там еще что-то, то это немножко, это другая история, это ваш будет совместный проект, вам там помогут другие, кто-то все, но для этого, ну то есть вот, вы как-то жестко, вот вы мыслите как-то в каких-то жестких, ну, член кластера, член, да, ну, если согласен там внести какие-то взносы, да. Нет. Ну, я вот с Никитой, не согласен совершенно, что нас всех в один котел нельзя поместить. На самом деле это не так. У нас вот, я на том собрании говорил, что есть опыт проведения ярмарок вот в московском регионе. Мы туда ездим уже третий год. И там вот, ярмарка «Сыр Пермир» в этом году объединила 150 только этих сыроваров. И еще 50 других видов продукции. То есть огромный шатер, вот куча этого народа, каждый со своими, значит, прибамбасами, примочками, там, со своими сырами. Представьте, 150 только производителей, это сколько там вообще видов сыра. Когда люди приезжают туда с Москвы, они за голову хватаются, это же говорит Испания, это же говорит там Греция, это Португалия, мы такого вообще сыра не видим. И там-то не видали, не едали. А здесь вот мы, значит, попробовали и, значит, еще хотим. Там есть хлеб, там есть мед, там есть картошки. Так что на следующий раз Никиту можно туда приехать, привезти и, так сказать, он там и все продается, что удивительно, все, что там не привезешь, это, ну, в основном все продается. Вам могут только все рекомендовать там поучаствовать, да, и, да, все, и помочь еще и... Да, и все довольны. У нас в области... Я вот уже какой раз
я тоже выступаю, у нас этого нет. То есть такой специализированной агропромышленной выставки, ярмарки и так далее нету. Одна из форм взаимодействия такого, вот, пожалуйста, давайте на следующем мы, так сказать, когда создадим кластер, мы обсудим вот этот вопрос, где мы можем с Никитой свою продукцию, так сказать, ежеквартально, например, проводить, продавать. Все, и вопросы все отпадут. Поэтому я считаю, что это нужно, так сказать, вот такие действительно проводить мозговые штурмы, и соответствующие наши проблемы, они как-то будут решаться уже на более высоком уровне, чем в нашей кастрюле. Все. Вот и упреждая то, что должны одним все заниматься, кто в кластер объединяется, да, уважаемые коллеги, я хочу, вот я вчера, когда мне сказали, что надо будет сегодня организовать вот это мероприятие, да, я обратился несколько таких, знаю, наши выпускники, индивидуальные предприниматели в городе Кирове. Говорю, слушайте, вот у нас такая идея есть, мы создаем этот кластер. Вот, да, кто вот так думает, очень так широко, быстро реагирует на новшества, да, сразу сказали, например, есть индивидуальный предприниматель Жуков, ИП Жуков, да, отец учился, сыновья учились у нас, дорожно-строительными работами занимаются. Он говорит, у меня же есть два экскаватора, фермеры же, они говорят, все на селе находятся, развитие сельских территорий вроде программы есть. Я сразу, наверное, давайте мне устав, я посмотрю, сегодня хотел прийти, не пришел. То есть, понимаете, вот это объединение, разные услуги оказывать, в том числе и вам, совместно работая, вот, я думаю, и такие моменты будут. То есть это чисто вот молочников, картофельников, там, да, хлеборобов, объединить только ихними проблемами заниматься. Здесь можно внутри кластера разные направления проработать. То, что вот вы говорите правильно, выставки разные, можно объединить, можно разобщить, но помогать вот в организации, продвижении этих всех. И решение ваших некоторых проблем, это все вот внутри кластера можно организовать хорошо. По опыту работы вот в других кластерах я это точно могу сказать. То, что мы выполняли научные исследования, бизнес-планы, обоснования различные, эксперименты на базе нашего учебно-опытного поля. Никто свое поле не хотели пустить с эфлюентом и тиражированными семенями яровых зерновых культур. Мы в прошлом году провели по заявке зернового. Результаты им отчеты отдали, они в этом году говорят, мы уже сами будем работать без вас, но мы технологическое сопровождение консультации не отказываемся, хотя в этом году мы уже деньги от них не получаем. Понимаете? Поэтому тут надо подойти как-то вот пошире, чем узкое такое производство и продвижение, и зарабатывание денежных средств. Посмотрите, цифровизация идет, да, полностью. Я думаю, некоторые школы или учебные заведения, что у нас в Кировской области, не готовы. А фермеры, ну я ничего не хочу сказать, да, сам в деревне своим домом живу, ветер сильно дует, интернета нет, да, солнце ярко светит, опять он плохо работает. И так далее и тому подобное. Поэтому вот вы, пожалуйста, проанализируйте, какая у нас перспектива, инициатива, значит, развития агропромышленного комплекса, общая тенденция социально-экономическое развитие. Все эти вопросы необходимо будет все равно объединяться вот такие сообщества и решать совместно, эффективно. На связи. Давайте подключим вопросы, может быть, какие-то есть. Коллеги, кто на связи, пожалуйста, откликнитесь. Кто хочет высказаться или у кого есть какие вопросы, пожалуйста. Нам интересно мнение каждого, кто участвует в этом совещании. Никто? Да, Сергей Сергеевич, тогда у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, могут ли наши фермеры включиться как участники в ваш кластер? У нас пока такой единичный опыт есть. Вот мы пока не совсем понимаем, да, даже на уровне министерства, а какие преимущества, а что это даст для каждого фермера. Ну, как бы это дело добровольное, да, вот.
Но чтобы получить минимальный практический опыт, можете ли вы тех фермеров, которые уже на сегодня готовы включиться в кластер как участники? Вот, например, Сергей Витальевич, он высказывает такое мнение уже не первый раз, да? Уже на втором совещании говорит о том, что да, кластерное объединение нужно, но вот ассоциация или кластерное объединение, вот какие преимущества-то вы получите? Может быть, включиться пока в кластер, возглавляемый Сергеем Сергеевичем? И получить практический опыт участия в кластере и посмотреть, вот как нам Кочкин в прошлый раз рассказывал, да? Он конкретно сказал, да, я вот участник кластера, возглавляемого Сергеем Сергеевичем Толстобровым, и мне это дало то-то, то-то и то-то. Я обратился в фонд кластерного развития, в центр кластерного развития, и центр кластерного развития помог мне решить вот такую-то задачу. Коллеги, вот у меня такое предложение, Сергей Сергеевич. Мы разместим везде анкеты, да, на нашем сайте, на сайте, как Лариса Юрьевна предложила, центра кластерного развития. И в случае, если у нас такие, таковые фермеры, желающие будут получить опыт практического участия в кластере, почему бы нет, если вы дадите на это согласие. Если есть такая возможность. Можно я перехвачу сначала? Ирина Вадимовна? Нет, я хочу послушать Сергея Сергеевича. Хорошо. Я просто хотел его облегчить работу. Пожалуйста. Значит, ну, с точки зрения там опыта, да, это может быть и ну, такой интересный кейс. Но хочу сказать следующее. Каждый кластер разрабатывает свою стратегию развития, которая утверждается губернатором Кировской области. А если говорить конкретно о нашем кластере, этот год у нас пограничный. То есть в этом году заканчивается стратегия развития, заканчивает свое действие стратегия развития кластера, которая была разработана нами как биофармацевтический кластер. Пока она действовала, мы имели возможность немножко, так сказать, да, сделать новые связи, условно говоря, да, не прописанные в нашей стратегии. Это и позволило нам создать вот это вот направление здоровья. Но в этом году мы обязаны его будем прописать в своей стратегии и утвердить губернатора. Если будет организовываться новый кластер, да, то вот этот новый кластер должен будет эту стратегию тоже в этом разработать сначала вот эту вот стратегию развития своего. Соответственно, практически это будет двойная работа. Либо мне надо будет просить уважаемых коллег, да, там, свою главу разработать в эту стратегию, да. Ну и как можно пойти таким путем. Мы все вместе примем решение и начнем. Я вот честно, ну, сами понимаете, да, я был погружен когда-то в эту тему, но сейчас я все равно буду, так сказать, с университетом, просить университет, тогда давайте вместе разрабатывать вот эту вот историю. Соответственно, дальше следующая опасность, я попадаю в историю БТК, где направление там и энергетика, направление там корма, удобрения и так далее, да, и вот как бы получается ситуация, что ну, вот, они сосредоточиться на одном не могут, да, и как бы вот, несколько направлений. Постоянная движуха у них, постоянно пытаются организовать. Ну, они, да, они, то, да, они оп,
Вроде да. Рынок куда-то туда подвинулся, да, давайте все заниматься энергией из этого, из навоза. Да? Раз там половина не знает, что там делать, но, блин, все побежали туда, да, финансируем сегодня проекты, которые Сергей, относятся к... Ну, вот. Поэтому, может быть, вот, как бы, если есть действительно желание... Вот сейчас, да, сейчас, конкретно сейчас, на современном, да, идея очень хорошая. Я даже Кочкина отдам, условно говоря. Не, ну а что? Кочкин-то наоборот. Кочкин в прошлый раз нам сказал, что он очень благодарен, и он показал вот именно, что твои преимущества. Но это только господдержка. Я отдам его не потому, что он плохой, а потому что будет у вас будет лидер, который уже имеет опыт, так сказать. Он один. А нам хотелось бы, чтобы у нас было несколько лидеров, да? Вот как Сергей Викторович говорит, да? Вот. Я думаю, не проблема. Вот. То есть мы хотим предложить фермерскому сообществу включиться в участие в кластерном развитии, да, для того, чтобы четко понять преимущества. Сейчас вот кто из присутствующих здесь представителей фермерского сообщества понимает преимущества для себя кластерного развития, кроме Сергея Викторовича? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, я на опыте Саши, мы, во-первых, как бы родственники с ним по именно вот кластерности. Ну, о кочке не речь. Да. Я уже для себя нарисовал много в голове то, что зачем я приду. То есть это стоит, это, ну, не знаю, коллеги, может быть, для вас сложно понять первый шаг, но в дальнейшем он все равно принесет свои плоды. Вы выращиваете, все равно вы стремитесь к реализации своей продукции. За пределами, в пределах. Вам важно вырастить продукт и продать его по той цене, по которой вам интересно. А кластер в этом поможет. Ну, я открою небольшой секрет. В данном случае мы стараемся и производим продукцию, и пытаемся ее продать по той цене, которая нам интересна. То есть нам цены никто не диктует. То есть и на сегодняшний день у нас, в данном случае, проблем по реализации нашей продукции нету, то есть, как бы, да. И вот вам вопрос, например, вы сказали, я для себя нарисовал какие-то мысли по поводу участия в кластере. Можете ли вы поделиться? Но один из важнейших на сегодня для меня, это вот маркетинг. Подать продукт так, как его, может быть, то, что я вижу, а как бы хотел, там, не знаю, на рынке Москвы увидеть красиво, там, не знаю, там, ребрендинг, может, нужен. Так, согласен. Ну и я могу сказать по опыту, да, времени у нас было не очень много с Александром, да, и мне пришлось участвовать в нескольких переговорах его, там, скажем, с исполнителем. Центр кластерного развития может порекомендовать, зная, но это вы можете сделать и вне кластера. Это вы спросите у товарищей, спросите еще у кого-то, да, и так далее. Здесь, а тем более, если вы там подписываете какое-то, ну там, или рыночное исследование, или маркетинг, или продвижение, вы подписываете с какой-то фирмой, и это еще и софинансируется фондом, то вы как бы, вы для себя должны понимать, что это гарантия, да, что вас, ну, грубо говоря, вам
там туфту-то уже трудно предложить, потому что те люди, исполнители, они будут отвечать не только перед вами, как субъектами, да, они будут отвечать перед кем за то, что они получили бюджетные деньги на это. Но это как бы, это не главное, я просто вот хочу сказать, что в чем, даже вот не в том, что у вас исполнитель, ну, гарантированный, он будет участвовать в конкурсе, его будут отбирать, да, он будет потом обязан туда отчитаться, ну, то есть, как бы, гарантия того, что вот, как, ну, не подсунут то, что, ну, а если какие-то сложности есть, то включаемся мы, и Анна Андреевна, и Сергей Сергеевич, ну, по своему классу. И все-таки Сергей Сергеевич ответит, да или нет. Вот Сергей Викторович придет вот ко мне, попросит, хочу включить в пятками полис. Да, он за здоровое питание, у вас девочка хозяйство есть. Он говорит, я вот все послушал очень внимательно Сергея Сергеевича. Вот хочу войти в кластер, да, получается? Что скажете? Нет, Сергей, Сергей. Нет, как вот, понимаете, как большой любитель Кировской области, так сказать, и профессионал в ее развитии даже в некоторых, да, там, областях, конечно, вот всегда болел за это, всегда с удовольствием. Да или нет? Всегда. Сергей Викторович, вы спрашиваете? Нет, еще раз, давайте. То есть у нас, как это в любом анализе делается, да, берем листочек бумаги, делим его на две части, да. С одной части написано самостоятельный кластер, с другой части написано членом кластера Сергея Сергеевича. Да, ну, биофармацевтический кластер, не знаю, завтра Сергей Сергеевич. Уйдет, кластер останется. Уедет куда-нибудь, да, или еще что-нибудь, кластер останется. Вот. Получить опыт получения господдержки, да, коллеги, вот как, вы лучше, ну, то есть, еще раз, не надо двоить ничего. Вошли в кластер, быстро сделали документы, потому что, ну, это сколько у нас в юстиции, ну, в течение месяца. Месяца может, в течение месяца. Подписать этот самый. Какая-то поддержка, какая-то поддержка всегда. Понятно. Просто, ну, потому что. И через Академию, ну, то есть, мы на телефоне, у нас да, столько, мы всегда с этим, у нас столько много общего. Пожалуйста. Вот. Сейчас требуется только лишь сказать, да, мне это интересно, я хочу быть участником ассоциации управляющей компании кластера. Мы выполняем ряд формальных шагов и начинаем работать. Вот после этого начнется самая серьезная работа. Понятно. Мы ощущаем с вашей стороны, вот как говорят, снизу, да, правильно, нормальный кластер должен быть создан только снизу. И вот за эти вот две недели, когда мы так более активно работаем, мы ваше желание и вашу потребность очень ярко видим и ощущаем. И это вот то, что радует. Проблемы есть, и есть уже понимание, что их в одиночку не решить. Вот мы создаем для этого сейчас конструкцию. Самое главное, кластер заработает тогда, когда в его состав войдут участники, готовые работать, готовые вместе садиться и обсуждать. И находить решение. Честно скажу, я тоже не до конца понимаю, с чем я сюда иду, но у меня принцип жизни простой. Надо, наверное, любое действие, это всегда лучше, чем бездействие. Вот. И в данной ситуации
если, например, сказать вот нет, да, то в принципе мы в зародыше загубим то, что вроде бы как-то начиналось. А если да, ну подумаешь, не получилось, мы, в принципе, потратим год определенного. Получится. Времени, да? А вдруг это заработает, может, это как раз и станет площадкой для развития и крестьянской фермерской хозяйств, и кооперации, ну и, наверное, агробизнеса, малого хозяйства в целом, вот я не знаю, это мое мнение. Знаете, когда мы участвуем в работе там с начинающими предпринимателями, да, там, или с, ну, я еще много где в каких мероприятиях принимаю участие, да, как эксперт, мы говорим, что всегда этот самый, ну, продукт, который предлагается, он должен решать чью-то боль. Если боль есть, то мы придумываем таблетку для этой боли. А если боли нет, ну, какой смысл? Если у вас все хорошо, я как фермер, да, я всем, вот у меня все нормально, все идет, все катится, все получается. И заниматься еще, встречаться с этими людьми, которые там завтра продадут то же, что и я, уже не хочется, да. Все, жизнь налажена, я работаю, все, у меня 100%, и я уверен, что завтра будет так же. Тогда какой вообще, ну, какой смысл вот этих всех коммуникаций? Потому что коммуникация это всегда решение каких-то своих болей. Брать чужие боли на себя, ну, как бы, для этого специальные люди в специальных местах берут чужую боль на себя, правильно? Вот, поэтому, какая у меня боль, да, вот вы для себя, вот, ну, так, маленький штурмик, вот что сейчас у вас, какая главная проблема? Ну, у меня на предприятии, например, проблема, расширение своего бизнеса, то есть вот, я на уровне маленького хозяйства понимаю, как организовать процесс, то есть я сам поехал на тракторе, я вскопал, что-то сделал, кого-то напинал, да, там, но, тренинг, понятно, да, но как масштабировать свой бизнес? То есть, меня я в этом случае очень хороший пример, это я когда разговариваю, ну, с малым бизнесом, я хочу, там, я отличный массажист, я там цигун изучил, люди у меня просто оживают. Я хочу сделать свой бизнес. Хорошо, давай поговорим. Твой бизнес, ты будешь тем человеком, который решает боль людей, их, так сказать, их лечит. Да. Но, все понятно. 8, может работать 10 часов в день. Да? Может принять за это время 10 человек. Может взять с них, условно, по 1000 рублей. Все счетно. За месяц может заработать 20 тысяч рублей. Минус расходы, все. Он говорит, опа, блин, а что, маловато, да? Ну, как бы, все, получается, он носит людей, люди тащатся, к нему стоит очередь, записываются, все. Он говорит, опа, надо мне бизнес расширить. А как может бизнес расширить человек, который работает своими руками, только взяв другого человека? Я говорю, стоп, это уже другое, ты становишься менеджером. Уже от твоих рук не все зависит. У тебя будет рядом другой человек, которым ты должен управлять, уметь. Должен работать так же хорошо, как ты. Иначе, как бы, да, от тебя люди тащатся, от него люди побегут. Понимаете? И все, это другой класс задач уже. Дальше, что такое что такое расширение? Расширение, это, знаете, это ведь у нас же как маркетинг, да? Мы продаем не то, что мы производим, мы продаем то, что нужно покупателю. Это значит, какие-то другие уже инструменты продвижения. Это значит, надо что-то завоевывать. Это значит, надо что-то придумывать. Да? И вот нас открываем. Где у нас здесь? Что у нас делает Центр кластерного развития? Поддерживает. Да? Там написано. Компании, маркетинг, еще что-то. Опа. Да? Решает это мою боль? Решает. А буду расширяться, тут еще рядом будут люди всегда. Будет консультация. Это чисто вот так. Да? На вскидку. Все вроде, боль решаю. Почему не поучаствовать? Не, пока, да, там, я и рекомендую, пока вы не увидите пользу, которую это все вам принесет, взносы не, ну, как бы, взносы минимальные, ну, если что-то уж такое надо, да. Начинайте работать. Сначала бесплатно всегда бывает. Ну, это реклама. На тебя берем площадку организации. Нет, вот это мои, я еще раз говорю, что другой принцип. И я их тоже понимаю. Там, как мне говорит Валерий Николаевич, а ты-то на зарплате сидишь. Но ведь, извините, эту зарплату мне заплатили за то, что я что-то делаю, да, в том числе и в кластерном развитии. И все, вот как, вот и все. Начните по болям. А когда вы уже свою боль, еще раз говорю, поправите, когда вот вы тогда уже начнете решать глобальные задачи, как развивать сельское хозяйство в Кировской области.
но это вам будет интересно. Потому что мне самому помогли, да, наверное, неплохо бы помочь товарищу, родственнику и так далее, да. Вот, может быть, как бы с этой платформы стартовать. Потому что, какая разница, будет еще одно направление в нашем кластере, и все равно это будут делать те же люди. Я вот без уважаемых коллег я это не сделаю. Нет, Ирина Вадимовна, можно вот скажу тоже? Вот я, вот глядя сюда, вот у нас есть с Рустамом Фейзухалковичем центр мирового уровня, нам опять заявку скоро делали. Да, на грант. Особая экономическая зона, пока туда, вот, честно, пока не придешь, своему коллеге Сергею Александровичу, да. Ирина Вадимовна, уважаемые коллеги, небольшая ремарка. Вот смотрите, кластер – это не очередной институт повышения квалификации. Туда сходить, посмотреть, что это такое, обучиться и прийти – это не то. Вот посмотрите опыт. Как только кластеры создаются в одной отрасли производства, направления. То есть я хочу сказать, почему Сергей Сергеевич тоже осторожно говорит. Если несколько отраслей производства начинают смешиваться, это получается, опять же, очень низкая эффективность. Нет, снижается эффективность. Да. Да. Они сказали, что на лето. Да. У нас уже все есть, куда вы лезете? Идите сюда, работайте. Поэтому. Если вспомнить в Новосибирской области, когда создавались такой мощный был проект Минэкономразвития, ИТК, инновационные технологические кластеры, был опыт, когда в Новосибирске создали, в один кластер впихнули ИТ и биотехнологии. Бумаги съели, поддержку получили, но практика до сих пор показывает, что эти две части развивались и продолжают развиваться параллельно. Нету между ними связи. И руководство, и группы, и логика, и технологические цепочки, и взаимодействие, они не пересекаются. Так, уважаемые коллеги, еще что-то, вопросы, высказывания? Нажмите, пожалуйста. Еще один вопрос. Опять же, когда развивали тему кооперативов 5 лет назад от Вятской сельхозакадемии, извините, еще раз. Ничего страшного. Данный вопрос кооперации, объединения, в том числе как бы кластерного развития, вот сейчас так назовем, прорабатывал профессор, я не помню, то есть как бы был мужчина, с ним был доцент, то есть Анна вроде, то есть они вот эту работу по кооперации, они вели достаточно серьезную, какие-то методички разрабатывали, и потом какие-то вот. Да, Виктор Ильич. Гагарин, Виктор Ильич. Мне очень интересно, почему там его проекте нет. Ну, суть одна, объединение. Но. Ольга Владимировна, я так понимаю, что сельскохозяйственные потребительские кооперативы тоже могут быть членами кластера? Как, нет. Малая форма. Они могут быть членом кластера, но получить поддержку. Членом кластера, да. Я говорю исключительно членом, участником кластера он может быть.
он может быть участником кластера. Да. Ну, естественно, есть множество форм государственной поддержки, в том числе и в рамках государственной программы развития ПК. Члену кооператива надо будет все равно стать членом кластера. Но. Лена, извините, было очень приятно. Спасибо, Сергей Сергеевич. Опять же, вот я как бы в защиту Ирины Вадимовны, пункт 3 устава. Членами ассоциации могут быть граждане и юридические лица. Кооператив – это же юридическое лицо. Но, Никита Валерьевич, здесь речь о чем? Еще раз, да? Вот участником кластера может быть сельскохозяйственный потребительский кооператив. И мы это будем приветствовать. То есть всегда, к примеру, легче выйти на рынок, действительно объединившись, чем там каждому по отдельности. Но государственную поддержку сельскохозяйственный потребительский кооператив сможет получить исключительно в рамках, например, государственной программы развития агропромышленного. Понятно. Да, это понятно. По членству в кластере, по участию в кластере, тут вопросов не возникает. Можно. Так, юридическое. Значит, коллеги, давайте мы, вот Рустам Файзумхатович, у меня предложение такое, ну, как бы все уже достаточно устали, информация воспринимается сложно, да, то есть если мы сейчас начнем слушать Центр кластерного развития, я понимаю, что это будет еще там на полчаса минимум, да? Вот, поэтому мы предложим Центру кластерного развития и фонду поддержки уважаемым коллегам. Мы еженедельно проводим видеоконференции с сообществом аграрным. Прийти к нам и выступить на этих видеоконференциях перед крестьянскими фермерскими хозяйствами. Аудиторию мы вам подготовим. То есть, ну, вот давайте так. Хорошо, Ирина Вадимовна, но все-таки, если у них есть сейчас что сказать, может быть, кратко, потому что такая встреча-то резко бывает. Да, я думаю, что бывает. Кратко не получится, скомкать не надо. Вот, насколько я знаю, что у фонда очень много поддержки видов, да, здесь у нас только 6 фермеров, плюс там 10, да? А у нас их 200. То есть мы хотим, чтобы слышали все, да? То есть мы заинтересованы в том, нет, чтобы... Нет, тут никакого там с нашей стороны противо... Нет, нам, конечно, достаточно из 6 фермеров троих, потому что намерение о согласии создания кластера мы уже посылали, да? Некоторые подписали, некоторые вроде сегодня хотят подписать. Но я думаю, как и Сергей Сергеевич говорил, мы кластер, наверное, начнем не со всех 200, ну, 3-4 человека нам будет достаточно, если у кого-то наболело, есть такая помощь. Поэтому, если Центр кластерного развития буквально 5-10 минут скажут для них, мы, давайте, наверное, все равно эту работу. Да, можно мы скажем только слово в плане того, что хотелось бы донести еще раз, чтобы вы рассматривали Центр кластерного развития фонда только в качестве дополнительной меры вашей реализации, вашей работы. Хотелось бы, чтобы вы все-таки поняли для себя действительно, что кластерное объединение, оно именно ваше взаимодействие внутри. На прошлой конференции представлены были очень хорошо совместные проекты, изучите их. Вот именно когда вы изучите эти совместные проекты, вы поймете, для чего вам поможет это кластерное, чем оно поможет это кластерное объединение. Мы вам будем только в дополнение, потому что наши условия тоже они строгие, в том числе и для получателей поддержки. Мы работаем на условиях софинансирования. Вам не просто так будут даваться эти деньги, как бы условия финансирования. Поэтому все равно вот у вас взаимодействие внутри кластера. Ну, как бы примеры сложные, мне проще, наверное, сказать нам,
кластеры легкой промышленности, которые, когда я пришла на работу в фонд, как раз вот они создавались, и они сейчас находятся на стадии написания стратегии. Они у себя организовали, вот они стратегию не написали, они создали только ассоциацию. И они уже взаимодействуют между собой. Они пользуются у друг друга станками, там, петельки всякие вышивают, пользуются работниками у друг друга, осуществляют закуп общий. То есть это им выходит намного дешевле. Вот именно вот эти точки соприкосновения, просьба большая вот найти. И нас, мы-то только в дополнение, мы поможем ярмарки, выставки, выход на ребрендинги сделать, маркетинговое продвижение. Пожалуйста, но это только дополнительная мера. Спасибо. Спасибо. Могут этими видами поддержки воспользоваться по центру поддержки предпринимательства. Но это уже вот все более детально, как раз на конференции. Да, вам, да. Что если, к примеру, Сергей Викторович, я так понимаю, что уже готов к кластерам, да, участникам, да? Все, отлично. У нас первый уже есть участник кластера, да? Ему очевидно, он понимает это, да? Сергей Викторович. И научных требует освещений, и технологических, и практических. Мне бы интересно было, так сказать, даже, я вообще не считаю, с Кочкиным мы рядом сидели и даже не подрались, то есть, грубо говоря, мы себя конкурентами не считаем, на самом деле, потому что он делает сыр, я делаю сыр. Отлично. И мы, так сказать... Я думаю, что Сергей Викторович, вы Кочкина из биотехнологического кластера перетянете. Я думаю, и что... вместе это уже у вас будет второй, да? Второй. Саша, человек вот. Практичный на вопрос. Уважаемые коллеги, я бы хотела сказать спасибо всем, потому Ирина что у нас тоже по времени. Давайте мы уже... программу закончим, реализацию. У нас есть подписанные соглашения, да, и сейчас хотели подписать. Тут у нас готово. Давайте быстренько, если кто желает подписать, мы сейчас подпишем согласие о намерении вступить в кластер, да, и потом... Уже то, что мы сегодня решили, давайте на всех сайтах разместим, еще раз анкеты изучим. Сергей Сергеевича, может быть, кто-то из другого кластера получится, проанализируем, да, и потом уже дальше будем продвигаться. Все документы, как говорит Ольга Владимировна, к регистрации готовы, устав, стратегия и другие документы мы там подрабатываем. Рустам Байзулхакович, мы с Алексеем Алексеевичем еще раз обсудили. И вот следующим шагом продвижения нашего, да, мы бы предложили что? Вот сейчас нам нужно прямо пошагово расписать, а что, какой шажок дальше, да, по созданию агрокластера. То есть вот сейчас разработана концепция, да, Татьяна Борисовна? Да, да. Сейчас разработана стратегия. Вот. То есть эту стратегию необходимо будет утвердить, кто будет разрабатывать проект постановления, да? Вот шаг и кто ответственный. Шаг и кто ответственный. Вот. Ирина Демна, ответственная Вятская сельхозакадемия. Вот. Мы бы предложили Вятской сельхозакадемии подготовить такой план дальнейших действий пошаговых, что в дальнейшем планируется сделать для создания агрокластера, чтобы всем это было понятно. Мы этот план дальнейших действий пошаговых разместим на сайте министерства, и это будет понятно для всего фермерского сообщества. Хорошо, уважаемые коллеги, вот. Слышали, да? Ну, и еще предложение. Вот предложение Алексея Алексеевича, чтобы этот кластер, ну,
по уставу, не знаю, там председатель правления, либо, значит, исполнительным директором стала Ольга Владимировна Костенко. Это предложение Алексея Алексеевича. Нет, уважаемые коллеги, подождите. Это предложение. Стоп, нет. Это будет общее собрание, извините, перебиваю, да, общее собрание будет. Это не только индивидуально, то есть ректор тут уже раскакивает, да? Нет, давайте так, это предложение, да. То есть мы понимаем, вот мы сегодня послушали Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич стоял у истоков, он понимает всю идеологию этого кластера. Да, он возглавляет этот кластер. Ольга Владимировна, она, естественно, также разрабатывала стратегию. Геннадьевна, спасибо большое. Давайте мы будем все-таки корректными. Уважаю Алексея Алексеевича, но решение о назначении, о выборах руководителя кластера будет принимать только собрание участников. Давайте мы не будем телегу перетягивать. Ну, понятно, все понятно, да. Вот такое предложение, его озвучу. Так, дорожная карта принимается. Для этого вот у нас сегодня согласие о намерениях мы соберем. 5-6 человек у нас будет. Стратегию с учетом их пожеланий мы обязательно подкорректируем. И дальше уйдет уже дорожная карта обсуждения, защита. И потом уже будет регистрация, наверное, да. Этого кластера, наверное, да? Просто мы стратегию сейчас будем корректировать уже с учетом желающих вступить в кластер, их предложений мы вот туда, которые отработаем, уважаемые коллеги, никаких тут нет противо таких действий друг другу. Значит, хорошие предложения, все принимаются, а уже когда у нас вот это маленькое, наверное, общество появится и уже общее собрание, предложения имеют право быть разные. Да? Да. Собрание решает своим. Чтобы у нас было, как говорится, каждые встречи продвижения, вперед. Через недельку, это того, что дальше снова обсудим. Давайте, наверное, уважаемые коллеги, не таким собранием, да, вот то, что если мы здесь решение принимаем, сейчас стратегию с учетом вот кандидаты, члены кластера есть. Стратегию подработаем, с вами в министерстве обсудим и разместим. И дальше, наверное, будем работать очень таким образом. Да, и как только у нас какой-то такой уже очередной такой, скажем, поворот в наших действиях намечается, тогда мы соберемся еще раз и обсудим здесь. Если вы согласны, тогда вот на этой ноте, наверное, и закончим наше сегодняшнее собрание. Кто-то что-то хочет сказать, уважаемые коллеги? Тогда я вас всех благодарю, что нашли время, пришли. Все-таки, я думаю, это такое большое мероприятие, нам надо его довести до конца. И обязательно была польза. Спасибо.